Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я получила наконец долгожданный свой заказ от Revlon. Это были три стейна и две суперустойчивые помады. И про стойкость я вам пока ничего не расскажу. Подробно напишу про стейны и про помады и выложу статью именно в своем блоге. Вы можете зайти, почитать. Именно про стойкость я вам расскажу, потому что я их получила и хочу показать вам свотчи. И начну, наверное, с первой помады. Это суперстойкая помада. Очень такой, ну, можно сказать, обычный дизайн, но, в принципе, пластик прочный. Я не могу сказать, что он может так вот быстро сломаться или треснуть крышечка. И вот такой красивый, невероятно красивый цвет этой помады. Это такой персиково-розовый. Очень подойдет блондиночкам, голубоглазым, зеленоглазым девочкам, кареглазым. И вот такой сводчик. Это первый цвет, вот такой очень-очень нежный. Вот он. И этот оттенок под номером 020, Front Row. Вот так он называется. Этот оттеночек. Приятно помадка ложится на губы, но насчет стойкости ничего не скажу. Не плотная текстура и хорошо скользит. И второй номер 030 High Nails или Helps. 030, не знаю, как правильно прочитать. Так, и сводчик этой помады — это вот она, эта помадка. И это такой розовый красивый оттеночек. Тоже на каждый день. Вот так выглядит. Далее покажу вам сводчики именно стейнов. И первый стейн — это стейн под номером 220, Matte Balm, то есть это бальзам, и серия Revlon Color Boost, бальзам матовый, есть еще, по-моему, глянцевая текстура и какая-то еще, вот я не помню, матовая, глянцевая или шиммерная, или какая-то еще есть у них, или сатин текстура. И вот так выглядит именно карандаш-помада, можно так назвать. Вот так выглядит. Очень красивый такой цвет, розовый, яркий-яркий. Закручиваем. Вот так поворачивается крышечка. И смотрим, вот этот оттенок очень-очень красивый. Розовый, ну, фуксия. Абсолютно матовый. И была такая же у меня помадка от Tavon. Я неоднократно говорила в своем видео, тоже сравнивала, не помню, какая серия у этой помады от Avon. И когда вы наносите этот бальзамчик, то ментоловый или такой мятный привкус ощущается. И вот мне на помадку от Avon и напоминает. Не знаю, какая серия, по-моему, то ли на минеральной была, то ли сняли с производства. Вот такой стейн, и это под номером 220. Вот так выглядит. Очень удобно, очень приятная сама упаковочка, приятно держать в руках и радует глаз. И следующий оттеночек — это такой розово-коричневый, вот он. И уже он под номером 225. Так. Вот такой красивый цвет, ну, в принципе, как и предыдущий. Очень-очень красивый, очень мне нравится. Розово-коричневый, сливовый, такой приглушенный, ну, что-то наподобие. Так, потому что у меня искусственный свет. И следующий оттенок — это оттенок такой пыльной розы. Можно сказать, даже чайной розы. Вот этот оттеночек. Очень-очень красивый. И это у нас номер 205, Elusive. И дальше очень мелкий шрифт. Вот так. И подробно я уже выложу насчет стойкости, когда я их протестирую. И примерно это, может быть, пару деньков. И сразу же сделаю, напишу статью в блоге. Всем приятного просмотра. Пока-пока. И до новых встреч на моем канале.